Доброе утро. Загружаем влог. Вчера уснула. Так что, да. Кисунька! Пусенька! Пошли делать кофе. Пойдем? Пойдем делать кофе. Пошли? Пока влог грузится. Попить кофейку. Ой, погодка. Вроде небо ясное. Солнышко светит. Я привела себя в порядок, сходила в душ, помыла волосы, напшикала кучу-кучу разных средств на волосы и оставила высыхать естественным путем, без фена, без плоек и так далее. Вот так что волосы высыхают. Я сегодня в джинсах, вот такой вот белой маечки, блузочки. И я собираюсь идти, ехать в Барселону на педикюр. Буду делать в первый раз, кстати, буду делать педикюр именно шеллак. Всегда делала только обычное покрытие, обычный лак, а тут будет шеллак, ну посмотрим, насколько хватит и так далее. Вот обычно я педикюр всегда делала дома, то есть подстригала, чистила пятки, обрезала кутикулу, все вычищала. Единственное, что я не очень люблю красить ногти на ногтях, и поэтому зачастую в комментариях писали: «Катя, сделай педикюр!» Педикюр не заключается в том, чтобы ногти были накрашены. Педикюр заключается в том, чтобы ножки были чистенькие, аккуратненькие, подстриженные. И неважно, есть на них лак или нет. Вот. Но сегодня я пойду к девчонкам, к тем девчонкам, которые делают мне маникюр. К ним же пойду делать педикюр. Хочу что-нибудь такое нейтральное, бежевое, без всяких там ярких красок на ногах, потому что хочу еще, чтобы, ну и на свадьбу как раз будет педикюрчик в отличном состоянии. Ой, у нас, как видите, солнце то выходит, то заходит, а это значит, что либо облака на небе, либо тучи. Облачка на небе. Ваня, кстати, на последнем экзамене сейчас, и, по идее, скоро должен вернуться. Я делаю себе кофе. И выхожу. Выхожу, потом в 12 мне нужно выйти из дома. И в 12 там с копейками у меня, пока я дойду, как раз приедет поезд, и я на него успеваю. Вот, и еду на маникюрчик в Барселону. Сегодня сделала макияж не черной подводкой, а такой вот фиолетовый, что ли. И она безумно красиво подчеркивает зеленый цвет глаз. И вообще такие вот контрастные цвета. Даже если у вас голубые глаза, будет тоже очень круто смотреться такая вот фиолетовая подводка. Зеленые, голубые. С карими, не знаю, тоже, наверное, будет хорошо. Кузя, что тебе надо? У тебя все есть. Не выпендривайся. Еда, вода, все есть. Она так сейчас жутко линяет. Это кошмар, она вот ко всему, к чему притрагивается, потом все в волосах, абсолютно все. Так, ладненько, попью кофе и буду выдвигаться. Ну что, ребята, я уже сделала педикюрчик, очень прикольно получилось, выбрала такой нейтральный оттенок. И еще зашла в вот такой вот магазин, типа Тайгера, только... В общем, немножко другой ассортимент. И я там столько всего интересного купила. Сейчас покажу. Взяла вот такие вот формочки для того, чтобы делать мороженое. Ну, эти обычные, вот такие вот. Но я нашла другие очень крутые формы для мороженого. Такие дешевые. Смотрите, ой, одной рукой держу. Смотрите, мороженое попугаи. Так что ждите, ребята, на спидхом. Будем с Ваней снимать эту красоту. Я думаю, это будут... Ну, в общем, не буду рассказывать, но попугаи крутые, одним словом. Так что будет такое вот крутое у нас мороженое. Я сейчас уже практически пришла к Рамбле и жду, когда Ваня приедет. Он едет с Сабаделя сюда, и мы думаем где-нибудь пообедать. Тут столько людей, сегодня не очень жарко. Сегодня как бы вроде жарко, но ветер дует такой холодный, и в джинсах на самом деле самое то. Вот, я вот в поисках... Я в поисках
поисках местечка, где бы нам с Ваней перекусить. Но что-то я вообще не знаю, куда идти. Хочется что-то необычное, но нет ничего такого необычного. Тем более в туристических зонах кормят не очень, делают все на отвали, поэтому я даже не знаю. Но мы голодные, я голодная, я ничего не ела. И Ваня тоже хочет кушать. Не знаю. Вообще я педикюром очень довольна. Вообще так классно сделали и быстро так. Короче, круто. Я жду, когда мне Ваня позвонит. И да, будем что-нибудь думать, что дальше делать. В итоге не стали мы нигде кушать. Купила я кофе по дороге, и Ваня забрал, так что едем обратно и пьем кофе, да? Ага, всем привет. А сегодня нам еще нужно заехать в Меркадону, и мы сегодня будем с тобой снимать мороженое. Отлично. Возможно, даже два. Потому что у меня столько идей крутых именно мороженого, которого мы еще не готовили и не ели. Так что, да. Тем более, Ваня сдал последний экзамен. Стало так громко сказано, но написал, да. И нужно входить в режим, нужно снимать для вас ролики, идей целая куча. Главное все снять, смонтировать. Вышло мое новое видео на бьюти-канале, оцените. С этими, повтори фотоблогера. А, ну вышло уже? Да, уже вышло. Да. Вот, большое спасибо за комментарий, который там оставили. Ну, по крайней мере, я читала, когда оно только вышло. Сейчас уже не знаю, надо будет потом зайти посмотреть. Ну, я старалась, как могла, и надеюсь, вам понравилось то, что у меня получилось. Я, кстати, сегодня перед маникюром зашла в Starbucks и купила какой-то новый чай, они предложили мне. Манго и черный чай со льдом. Так вкусно было. Мне так понравился этот чаек. Да. Мы приехали в Аль-Кампо. Да-да, это Ашанчик. Ашанчик. И вот, смотрите, сколько мы уже всего накупили. Мы только зашли. Что хотел сказать-то? Что я хотел сказать? А, то, что мы сейчас будем покупать продукты для того, чтобы снять видосик, который мы будем снимать сегодня. И сейчас пока тут ничего интересного. Когда придем, что-то интересненькое будет, я вам покажу обязательно. Она уже, наверное, шпион. Шпион? Ялка. Нас никто не видит, ребят. Снимем работника. Кстати, у нас сделали здесь кафешку прямо внутри супермаркета. Очень удобно. Можно кофейку попить, перекусить. Так, это что такое? Где печенье? Да. Они вон, я их вижу. Да, иди. А ты что хочешь? Да вот я думаю, еще начну. Не буду даже. Идем за печеньками. Какие тебя привлекают? Орео, естественно. Орео Морео? Какие? С двойным кремом? Да, с двойным кремом. Одной упаковки будет больше, чем достаточно. Да? Не целый, да. Что-то совсем печально. Все. Больше это ничего не надо? Взяли. Тут ничего нового нам нет. Киндер-сюрпризы нужны. Киндер-сюрпризы. Они дальше, с шоколадом они там. Поехали дальше. Шпионы. Мы продолжаем шпионить, пока нас не поймали. Ребята, у нас тут, короче, такой экшен, смотрите. Видите, это вода, она льется с потолка. Это значит, что кто-то кого-то затопил или же просто прорвало трубу. Я говорю Ване, что нужно звонить президенту нашей страны и говорить, что у нас... Не, реально проблема, реально сильно течет вода, и нужно, у нас у каждого подъезда, у каждого дома есть свой президент, и мне кажется, что нужно об этом оповестить, потому что, блин, и с этой стороны тоже капает, зай, наш дом течет. Блин, подожди, смотри, ну тут с трубы течет. Да, она не сфокусировалась, зараза. Нет, и вот. Тут тоже.
Смотри, вот эта вот большая труба, видишь, с нее капает вода. Мне кажется, не с трубы, а с отверстия, где идет труба. И вот тут все мокро, вот тут мокро. Мне кажется, у кого-то там дома очень мокро. Зай. Мы приходим, а это у нас. Нет, у нас не с этой стороны квартира. Может, душ принимаем? Или это канализация? Фу, Зай! Не, действительно, нужно позвонить сейчас, наверное. Так тут только начало освещаться, потому что, смотри, воды нету еще. Она только сейчас начинает уходить. Куда она уйдет? Я не знаю, куда она уйдет, но нужно... А то затопит. Да, нужно просто оповестить людей. Может... Люди! Может, оповестили. Кому оповещать? Ну, хоть кому-нибудь надо... У кого топит, того и оповестить. А она... Что? А, его, наверное, дома нет, раз топит. Ну, или значит, он дома нужно... решил сделать бассейн. Надо кому-то сказать, Зай, обязательно. Ты Можно чё? Я тебе скажу? Ты топит. Так, подожди. Это где? Вот запомнила, да? Если а там, мне кажется, никто не живет. Блин, а тут нигде нельзя кнопку вызов нажать? Иди сюда. Кнопка тут... вызов кого? Вот кнопка вызов, вот. А кто живет над... Смотри, нам нужно сейчас выйти прямо, налево, и вот первая квартира. Первая? Первая, да. Ну, значит, пошли в первую квартиру, скажем, что у них льется вода, вдруг скажем, они вам не заметили. Принесли. Короче, ребят, мы нашли ребят, которые... у которых произошло там потоп. В общем, это новые наши жильцы на первом, не на первом этаже, а на нулевом этаже. В общем, у них что, у них там прорвала эта труба? В стене. А может, они что-то сверлили и попали в трубу? В стене. Он в стене затыкал. Короче, затопили они очень сильно квартиру. Всю? Всю квартиру, вся просто плавает вода. Ну, короче, смеялись, потому что смешного не было. Потому что он только заехал сегодня и затопил всю квартиру. Он задел на... Много денег. Потому что этот ламинат, он уже... Он... Но если его квартира застрахована, хотя да. Если это из-за него, то страховка не оплачивает. Если ты нет, рассверлил... Нет, оплачивает. Страховка, на это и страховка, что на таких случаях. Но, если он сегодня заехал, он не сделал сегодня страховку. Кто делает в первый день страховку? Мы через мы сколько сделали? Сделали? Через месяц, а то и больше. Бедняга, блин, ну на нем лица не было, это жесть. А помнишь, когда мы переезжали в нашу террасовскую да, квартиру? Мы это не снимали. Мы это не снимали, но получается... У нас похожая ситуация. Не, у нас не такая ситуация была. Мы подключили, Ваня подключил стиралку, по-моему. Нет. Или не подключил стиралку. Нет. Мы включили воду. Мы включили воду. Воду, и у нас кран был там, где стиралка, он не держал. Да, он и не держал. И мы уехали. Да. И когда мы приехали, у нас пол был в воде. Мы приезжаем, дядя Вова, я и Ваня, мы какие-то вещи еще привезли. Хотели, да, привезти. Мы приезжаем, а у нас квартира вся затоплена. Ну не так сильно, у нас была просто лужа. У нас в зале огромная лужа да. была. Но, блин, слава богу, что наша хозяйка прошлая, она очень хороший паркет положила. Очень хороший. Может хороший. Быть не она, может быть те, кто строили. Возможно. И с паркетом ничего не случилось, то есть он был как новенький. Но в этой квартире паркет, даже когда моешь полы и очень плохо выжимаешь швабру, остаются следы такие, а он тот, набухает. А тот, нет, тут был, то супер был паркет. А ну, короче, соседям внизу нашим вообще не повезло, вообще не повезло. Ну, с них, кстати, не дуплекс. У них точно такая же квартира, только без верхнего этажа, но у них большая терраса. Но у них ванна. Ванная, да, у них? Прикольно. И у них нет вот этого... А, ну правильно, у них нет этого помещения. Потому что у них нет лестницы. И я такой захожу, а где это? У нас просто кран можно закрыть воду, а у них внутри, я не знаю, где закрывается. У них по-другому сделано все. Но кухня у них точно такая же. Короче, он хотел закрыть воду и не знал, где она закрывается. Ну, потому что только заехал. И прикол в том, что он думал, что краны, которые... Счетчики, они закрыты на ключ, а они были открыты.
И он 45 минут звонил всем, никому не мог дозвониться, потому что сегодня выходной, ну, уже поздно, уже, пятница. Да, пятница, уже все, никто не работает. И, короче, у него... Бедняга, ну, бедняга, попал, просто, попал. Просто, мне так его жалко, блин. А, кстати, у них есть свет, у них вот посередине... Это наши соседи, ой, наши владельцы сделали ремонтик, спрятали. И спрятали все провода. Все. Видите, у нас нет люстр. Потому что что? Потому что их запечатали. Ладно. Бла. Ну, короче. Ну, вот смотри, знаешь, где он был? Что это такое? Это я забрал фотографии. Смотри, прикол, что. Вот тут вот у них так же самое, только стена подлиннее. То есть здесь как бы сделан такой коридорчик. И он вот так вот в этой стене просто... Держала вот так вот рукой, закрывала. Я на столе видела освещение. Мне кажется, они просто бра хотели повесить. И там... Попали в трубу? Наверное. Но застройщики вообще сверлили. Могли тоже попасть. Но какой идиот так близко встраивает трубу в стене? Может быть, где-то там, а не тут. Тут зачем? А, подожди. А зачем там вода? Вот что за дебил вот сюда? Это же, ну это же элементарно, не, ну это просто полку повесить, смотри, или не, еще не, что-нибудь. Получается, тут-то нету нигде воды, вода-то вся там. А у них ванная, это, наверное, там ближе. Ну так зачем ее здесь вести трубу? Я не знаю, а почему что тогда сейчас оттуда вода лилась? Зачем там трубы? Короче, жесть, я не знаю, кто тут проецировал это. Ну, дом проецирован ужасно, я не знаю, что за... Простите меня, рука жопой. Смеялись, а там... А там на самом деле у человека жесть. Он вообще не в курсе был, что он топит гараж. Да, сейчас еще приедут наши соседи, которые напротив. Ну, там ничего страшного не было. Ну ничего страшного, все равно, я думаю, они когда приедут, монсы, а капает прямо на их место парковочное. На чем они приедут? На машине. У них белая машина. Такая машина-то стоит? Нет, машины там нет. А, я думал, их там нет. Капало, на которую? Не, капало еще рядом, но основной удар воды пошел на их место, и я думаю, они тоже пойдут к ним, когда приедут домой, увидят, что все мокрое. Что, что они не на втором, не на третьем этаже не живут? Так бы они еще не закопили. Вот это они бы попали еще сильнее. Да. Папандосик. Папандосик. 9 час. Ёпарасоте. А мы только приехали домой. Кошмар. В общем, ребят, время у нас уже вот такое вот. И... Мы хотим снимать при дневном свете. Да. Свету. При дневном свете, все правильно. Свете, да. Да. Какой свете? Никакого свете. Нет у нас свет никаких. Да, завтра будем снимать с самого утра, потому что днем приедут мои родители, мы поедем на шопинг, скидки у нас уже начались. Да, поэтому как бы до второй половины дня нужно все отснять, все сделать. Немного мы уже, конечно, отстаем от графика. Тот график, который я себе намалевала, все, короче, до ядрени фини. Ну, что поделаешь, не все идет, не всегда по графику. Да. Не, ну можно снять сейчас? Ну? Все, я просто сказал. Ну давай тогда... А, еще! Нам нужны были шоколадные яйца Kinder Surprise. Именно шоколадные. Это какой-то... Это оказался такой квест. Ни в одном магазине, да, ни в одном магазине нет шоколадных яиц. Есть только вот эти вот Kinder Enjoy, по-моему, называются, который состоит из двух пластиковых частей. В одной пластиковой части игрушка, во второй вот этот мусс. Петрушка. Мусс, петрушка, да. Короче, бред. Мы столько магазинов объехали. Мы вот... все объездили. Мы заехали, да, в Алькампо. Мы в Карифуре и в Меркадоне не были. Вот два магазина. Карифур, блин. Он очень далеко. Поблизости нет Карифура. Все, я все разобрал. Все разобрал? Ты ничего там не разобрал. Ты забирай.
что сейчас люди напишут: Катя, у Вани болит нога, зачем ты заставляешь его разбивать? У кого болит нога? Посудомойка. Треснул. Кого, меня? Видите, он меня он трескает. Не знаю, но у меня ничего не болит. Я уже в футбол завтра пойду играть. Размечтался. Мы с тобой договаривались. Размечтался. Смотрите, я могу даже бегать, я вам покажу. Кто так умеет? Ты так умеешь. Угу. Уся! Пусяня! Пума, пума, пума. Так, мне сделала кофе. Да. Кстати, если бы я ела мороженку, то вкусно. Что за мороженку ты ела? Покупал где-то? Да, в холодильнике купил там. Ну ладно, разбирай посуду. Мы все-таки отсняли видео, мы решили, что как-то это нехорошо. Просто так. Просто так пропускать вечер и решили все-таки отснять. Я думаю, это была хорошая идея. Все отсняли, потому что рецепт на самом деле очень простой. Только теперь нужно ждать, пока оно замерзнет. Что такое? Заморознится. Ну, мне уже немного это. Переклинило. Что такое? Двигай попу, я сюда сяду, буду монтировать. Ты тут? Да, потому что тут зарядка. Да. А, ну ладно. Пожалуйста. Это, делаешь? Ну, смотря как это хочется. Очень хочется. Только не крепкий. Сейчас тебе кофе. Может, гаспачо подогреть? Мой вкусный супчик. Не, гаспачо подогретый невкусный. Кто это тут улегся так? Вкусно, красиво улегся. Моя ласточка. Надо, не буду тебе мешать. Куда ты делала мои штуки? Какие твои штуки? Я купил. А что ты купил? Идем в шоколаде. Да, я его давно искал. Сейчас, сколько сейчас? 15 минут второго. Ваня собирается есть, идем в шоколаде. Ты что, палишь контору? Я палю контору. Я еще вот так. Понюхай, я пошла. Ёперес, это что ж так вкусно пахнет? Тебе нельзя, ты изюм не любишь. Я знаете, что только что сделала? Съела упаковку помидорок черри. Ты раздразнила меня, я есть не хотел, пока ты меня не начала этими помидорами кормить. Они, зараза, такие были вкусные, я все съела. Они сладенькие? Угу. Надо будет съездить в Алькампу еще купить. Я вот люблю такие продолговатые черри, они очень вкусные. А, вот они, называются черри пера. Очень вкусные. Настолько вкусные, что мы все съели. Ну, большую часть съела я, нежели Ваня. Блин, Зай, ну зачем ты напахучкал, блин, этими штучками? Теперь мне хочется есть. Ну, ты виновата. Я виновата? Какой йогурт, он вкусный. Ой, какая я оранжевая. О, теперь синенькая, нормально. Так. Я заглянула в холодильник, потому что что? Потому что хочется есть. Это влог из холодильника? Влог из холодильника. Мы купили вот, вот такой вот классический салат, и я уже пол упаковки съела. Пока сидели, что там смотрели? Монтировали. Монтировали, да, пока монтировали. Мы смонтировали большое видео. Да, мы завтра снимем концовку, мороженое засохнет, застынет, мы снимем концовку. Слушай, я поем салата, как чипсы. Хочешь?